Старшина милиции Денис Ярошкевич всегда увлекался боевыми искусствами. Он кандидат мастера спорта по карате. Но последние годы его главной страстью стал бег. Здесь сотрудник отдела департамента охраны добился высоких результатов. На спортивном форуме, который проходил в Щучине, он стал абсолютным лидером, пробежав 181 километр за 24 часа. Я хотел испытать себя, насколько я выдержу этот забег. Ну и для себя есть же человеческие возможности. Может ли человек вообще беспрерывно сутки преодолевать? Все-таки может. Это доказано даже с учетом, что у меня было всего лишь 2-3 месяца подготовки на данный забег. Раньше Денис пробовал свои силы в 12-часовых пробегах. В суточных же участвовал впервые. Готовиться к состязанию начал за 2 месяца. Несмотря на плотный рабочий график, занимался каждый день. Нацеливался на победу. Постоянный бег был, можно сказать. 18 часов я беспрерывно бегал. Иногда только присаживался, чтобы массаж сделали, все, чтобы мышцы немножко расслабились. Дальше у меня уже чередовался бег с ходьбой. В данный момент милиционер хочет преодолеть планку в 200 километров за сутки. Он убежден, преступник от него точно не уйдет. Людмила Любимцева, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.